Немецкие генералы объясняли неудачи в 41-м плохой погодой. Дожди, дороги, а потом холод. Но журналы военных действий вермахта отмечают, что осень была сухой. Скорее, сами генералы ошиблись в планах, не учли, что сеть дорог отличается от европейской. Танки быстро привели ее в негодность. Контратаки Красной Армии не остановили немцев, но создали дефицит топлива и транспорта. Связь с тылами и снабжение войск нарушились. Гитлер ждал, что война кончится осенью. Вермахт просто не подготовил зимнее обмундирование. К ноябрю на 4 человек была одна шинель. В Германии собирали одежду для фронта. Солдаты грабили местных жителей. Рядовые писали домой об окопной дизентерии, замерзающем оружии и отчаянном сопротивлении противника. Воевать было трудно и Красной Армии, но ей удалось наладить снабжение, сохранить дисциплину и боевой дух. Погода стала одним из многих, но не главным фактором провала плана «Барбаросса».